далеко за пределы ума разбредается ночью бессонница, то заброшенный дом, то тюрьма, а то мышка за кошкою гонится. Тяжело это вместе собрать, но возможно в тюремном окошке видит брошенный дом мой собрат и завидует мышке и кошке. Да чего же картинка проста, как и тот, кто за нею томится. Но найдется из тысяч, из ста, кому эта картинка приснится. Ну и как после этого спать? Как его отпустить из темницы? На охранника, что ли, напасть? Чем марать по пустому странице? Потому что в швейцарском народе, под чьей крышей ты скрытно живешь, их Христос воскресает и бродит. Через 7 лет или через неделю вместе с узником срок доживем и обратно в Россию уедем. А у нас будет солнце сверкать. И у нас светлый праздник настанет. Хорошо про себя твердо знать, что воскреснет он и не обманет.